Светильники для натяжного потолка, напрочь убивающие любой интерьер. Расскажу вам в этом ролике, какие ошибки в освещении для натяжных потолков мы каждый день у себя в студии светодизайна 500 люкс встречаем. Номер один с огромным большим отрывом – это использование световых линий. Световые линии, я не знаю, они как рукола в какой-то момент ворвались на наш рынок и просто заполонили его. Они их пихают везде, их пихают просто на потолок. Они зачем-то перетекают на стены, световые линии ползут по полу. Это ужасно. Это сильно обесценивает любой интерьер. Вы представляете, если просто световые линии разместить на потолке и включить их, что они сделают? Они выровняют любой интерьер. Вообще любой. Неважно, что там у вас, какой у вас дизайн, какой у вас талантливый был дизайнер, сколько часов, суток, недель вы лично потратили на то, чтобы выбрать диванчик, выбрать классные шторочки, выбрать классную сантехнику. Если у вас световые линии, они все это сведут почти на нет. Потому что со световыми линиями невозможно делать акценты. А в световом дизайне главное это дизайн, а значит акценты. Пожалуйста, если вы уже так влюбились в световые линии, пожалуйста, пожалуйста, остановитесь. Используйте их с диммером, если ваш потолочник не замуровал блоки питания, куда-нибудь под потолок не спрятал, такое тоже часто бывает. Достаньте вот этот стандартный блок питания, трансформатор, поменяйте его на управляемый, тогда вы сможете диммировать освещение по номиналу, там, стравить его там, до 30, например, процентов. И второе, обязательно разбавляйте их акцентными светильниками, трековыми светильниками, не вот этими вот линиями, которые потолочники пихают в потолок, я имею в виду линия рассеянного света, идет линия световая, рядом трековая система, и в ней еще несколько линий рассеянного света. Ну это прям колхоз. Я имею в виду маленькие, минималистичные такие акцентные светильнички, которые создают равномерную освещенность или акцентные пятна световые на стене. По световым линиям сказал. Второй момент, что убивает любой интерьер для натяжных потолков. Конечно же, это светильники с видимым источником света. Это прям самая главная ошибка, которую практически уже невозможно устранить. Если вы вкрутите светильники, где будет видимый источник света, эта ошибка, неустраняемая, вам в этом потом жить. Пожалуйста, не допускайте ее. Очень просто. Встаете в коридоре, ну, в голове у себя, представляете, держите план, перед глазами держите, и представляете, вот у меня здесь встраиваемые светильники. Ага, я смотрю, я вижу источник света? Не вижу. Отлично, я не вижу источник света. Это и есть световой дизайн. Представляете, если у вас вот эта световая линия бесконечная, которая и слева со стены вам в голову светит, и сверху светит, вы видите источник света примерно всегда. И вы к этому привыкнете в какой-то момент. И для вас это постоянно возбуждающее освещение будет окей. Это нельзя, потому что когда вы видите источник света, вы видите только его. Попробуйте на солнце посмотреть и увидеть что-то по бокам. Не получится, потому что солнце яркое, то такое же, как источник света. И глаз будет аккомодировать. И вы уже не видите ничего ни справа, ни слева. А это не окей. Дома должно быть комфортно, дома должно быть хорошо. Поэтому очень важно, что какой бы светильник вы ни использовали, там должен быть невидимый источник света. Что еще убивает любой интерьер? Разная цветовая температура. Это прям залет молодых дизайнеров и всех потолочников. Они прям любят использовать, допустим, ленту над кухонным столом, над разделочным, где мы там морковку режем, нейтральный цветовой или холодный, такой мощной цветовой температуры, синий, прям 6000 кельвинов. Лампа, люстра висит в центре потолка, она висит теплая, с разными лампами. И по периметру еще споты сделаны с теплой цветовой температурой. Ну, это зашквар. Это прям выглядит как абсолютная новогодняя, прям такая гирлянда, только в разных цветовых температурах. Какие бы ни были эти светильники, дорогие или дешевые, они визуально вечером, когда солнышко садится, этот интерьер ваш, который собран дизайнером или вами, разбивает на три части, потому что, ну, глаз, он разделяет цветовые температуры. Он отдельно определяет кухню, потому что там нейтральная цветовая температура. Он отдельно определяет гостиную, в которой висит красивая люстра с теплыми, допустим, лампами. Поэтому очень важно, если вы, ну, уже решили, у вас будут разные источники света, где-то даже видимые, окей, все источники света спрятать почти невозможно. Но 80-90% можно. Ну, в наших проектах светодизайна всегда так. Поэтому приходите, пожалуйста, покупайте у нас проект светового дизайна. Просто устранив эти ошибки и убрав вот эти вот светильники для натяжных потолков в вашем проекте, у вас уже будет комфортно
эстетично и красиво. Уверен, что это видео вам полезно, если вы вдруг делаете ремонт или вы мой коллега-дизайнер. Жду любых ваших комментариев под этим видео. Конечно же, буду благодарен за царский лайк и вашу подписочку.